Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный видосик будет. У нас будет батл на аккаунтах Александра, который начал играть и на одном, и на другом аккаунте, точнее сервере английский Android и русский Android без доната. И мы сегодня посмотрим аккаунты, какой там, какой тут, что есть. Как видите, здесь доната нет. Просто посмотрим ради интереса прокачки, какие у него есть, что у него вообще из героев. Что-то выбьем, посмотрим рандомчик. Так, ну здесь есть, как видите, Бигфут, скорее всего, он с этого, с пирата, который был топовым, призрачные всадники точно так же. Доната, как видите, нет, самики накопленные. Карточки есть, вот тыковка Купидончик добавилась ко всему. Сундуки, ребят. Это без донат. Рунка уже есть. Вот так вот. Книжечки топовые для прокачки. Это все реально без доната. Чтобы вы себе просто понимали. Посмотрите на вот этот аккаунт. Две сумки Огника даже есть. 6 штук. Ну, это понятно, откуда он их взял. Так, окей. То есть такой вот аккаунт. Поехали. Сегодня у нас по акциям здесь ничего нет. Поэтому у нас сегодня чисто роллинг. И чисто роллинг давайте сделаем ради интереса такой. Оставим на 1500. Сразу 10. Так, шаман, циклоп, сердцеедка. Отлично. Ну, мы сейчас будем увеличивать, скорее всего, свой склад. Других вариантов нет. Смерть. Так, бульдозер. Ну, бульдозер такое себе. Купидон еще один. Ну, что вам на это сказать? Это просто жесть. Это просто английский сервер. И на таком аккаунте уже есть космо. Пишите, что по этому поводу думаете. Но мы сейчас пойдем еще на русский сервер трешивать. Но это и так уже просто жесть. Мечта любого без доната и доната, я думаю. Космо — это просто нечто. Ну и бочка, конечно, это имба. Еще один Бигфут. Ворожей. Мне просто интересно, что мы сейчас на русском сервере выбьем. Одержимый. Блин, это просто жесть, ребят. Что здесь делается? Так, хорошо. И давайте сейчас 4 по 1500 сделаем. Только я ресурсы пооткрываю. Ну, как по мне, это уже эпичненько, да? Такие героев иметь на такой силе. Космо, Воржей, Бигфут. Просто аут какой-то. У нас на русском сегодня есть коллекционер. Вот мы посмотрим под коллекционера, что нам там упадет. Я думаю, я больше чем уверен, что вряд ли мы там что-то сейчас интересное вытащим. Хотя все может быть. Посмотрим, что загадывать. Так, ладно, все, открывать больше ничего не буду. Коробки, ну посмотрите, это начальный аккаунт, чтобы вы себе просто понимали, это начальный акк. Окей, let's go. Еще один ворожей. Бугимен, ребят. Просто жесть. Лео и Медуза. Сейчас мы просто посмотрим на этот алтарь. Я не знаю, сколько он самики копил. Но это просто... А, вот это да, вот это роллинг. Аж настроение появилось. После роллингов этих. Ну так вот, сейчас посмотрим этих героев, которые есть. Я не буду уже там всех открывать. Таких обычных. Итак. Ну вот как-то вот так вот. Космо.
Бугимен, Ворожей, Сердцеедка, Медуза. Просто жесть. Вот вам этот сервер. Окей, поехали. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что сможет русский сервер показать. Так. Вот так вот находится он в гильдии. Not donate 55-60 без доната. Boost 3, 20-0. Беседа ВК. Первые места. Вот так вот ребята качаются. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Ну, здесь он явно дольше играет, наверное. Может и столько же, не знаю. Но явно видно, что он прокачивает здесь. Но он, наверное, перейдет на английский после этого роллинга. А вы напишите, перешли бы на английский? С русского, если бы у вас там были такие герои, напишите в комментах, интересно будет. Ну, здесь сразу видно, да, все печально. Так, что-то здесь есть, тоже две сумочки. Ну, тоже 6 выпадет, даже 3 выпало, в 2 раза меньше. Так, коробка, ну и ничего такого интересного, по сути, нет. Пикси выпало, ну. Пикси-шмикси. Ну, коллекционер, поехали. По 450, по 1500 на русском сервере. Это миф. Дед Мороз. Кимка. Укротитель. Влад Дракула. Смерть Седна. Ну, Седна, ладно. Седна хорош. Пусть будет где-то там на 10-ю часть. Догоняем. Заклинательница. Ну, мини-Анубис. Пусть будет. Влад Дракула. Рино. Ну, Рино Бигфут. Где-то так. Паладин. Я не знаю даже, с кем сравнять. Это круче, чем... Бочка выпала, ребят. Ну, все. Рыцарь Тьмы там тоже есть. Друид, рыцарь Тьмы, еще повторочка, сэкономили 20 кгшек. Ара. Еще один друид. Прям 3 друида. Ну, вкачает аккаунт по самое не могу. И все, ребят. Вот и весь роллинг. Вот и весь вам русский сервер. Ну, собрали мы, да, у нас будет 10-15. Ну, в принципе, неплохо. По слизням, я вам скажу, на 25к неплохо так получилось. Все. Смотрим. Смотрим, что мы тут. Ну, Седна. А вы напишите в комментах, какой бы алтарь вы выбрали. На английском сервере или на русском. Я вам сразу говорю, я бы на английский просто перешел. Тупо забросил бы и пошел на английский. Почему я уже вам не один раз показываю? Это печально все. Русский русским, можно играть на английском, не знаю английского языка. Вот так вот. Седнушка, Рино, и все, жизнь, боль. О, бег. Блин, кто у нас будет с бегом? Рино. Ну, вот это более-менее бог войны, уже сам подумает, кому поставить. Ну, я бы заклинательница даже, наверное, поставил. Такс, у нас это еще не все, у нас здесь есть еще плюшки. Но я думаю, эти все плюшки никак не перекроют то, что есть на английском сервере. Никак. Там один космо, наверное, круче, чем весь этот алтарь по цене героя, скажем так. Потому что он просто нереальный, и с ним намного все проще будет, если его качать, вливать в него ресурсы. Ну, смотришь на это и просто печально становится. Купидон. Даже с Купидоном мы сравнялись. Так, 3 сумочки лазера, недостаточно места. Не знаю, я думаю, вы и так сами все видели и поняли. Еще на прощание с русским сервером. Со 150 имба. Кристаллический эктоплазм. Все. Вот так вот. Пишите комменты, лайки ставьте. Напишите, где вы хотели бы играть. Какой бы сервер между этими аккаунтами выбрали. Ну, я думаю, тут явно и так все понятно.
Всем удачи, всем пока, участвуйте в конкурсах, я побежал.